А тем временем у нас представитель компании 1С Анатолий Дрозд. Анатолий, расскажите, пожалуйста, про ваше подразделение. Что вы здесь делаете? Компания 1С франчайзи «Виктория». Я являюсь руководителем по направлению автоматизации торгового оборудования и систем маркировки оптового розничном сегменте. Какие механизмы вы применяете для автоматизации и маркировки? Мы предлагаем нашим клиентам пакет услуг, так сказать, в одном окне. То есть при обращении в нашу компанию мы предлагаем подбор учетной системы, предлагаем подбор торгового оборудования. Также, если это касается закона 54 ФЗ об использовании онлайн-касс, мы предоставляем услуги по регистрации кассы в налоговом органе, предоставляем подключение кассы к оператору фискальных данных, подключаем кассовое торговое оборудование к учетной системе, настраиваем, обучаем персонал и, соответственно, в дальнейшем предоставляем клиенту полное сопровождение. То есть клиенту не нужно думать о том, где приобрести учетную систему, не нужно думать о том, где отдельно приобрести торговое оборудование, не нужно стоять в очереди для регистрации кассы, не нужно отдельно думать, как это все запускать, сопровождать. Наша компания об этом побеспокоится, и мы полным пакетом услуг предоставим эти работы и все сделаем за вас. То есть всю головную боль по автоматизации 1С берет на себя. Анатолий, расскажите, а как вам вообще общее впечатление о выставке World Food 2019? Выставка превосходная, очень большие масштабы. Очень крупные клиенты, крупные предприятия, со всеми очень прекрасно работать, сотрудничать, общаться, поэтому впечатление самое положительное. Анатолий, спасибо вам огромное. Спасибо.